Всем привет! Мы продолжаем проходить Геншин. Ну, скорее всего, будет у нас сегодня задание мира. Но перед этим мы кое-какие бонусы соберем. Устраивайтесь поудобнее, берите всякие вкусняшечки. Двери, окна на засов, чтобы никто и ничто не отвлекал от просмотра вас данного видео. Всем вам желаю приятного просмотра, аппетита или спокойной ночи. И не забываем подписываться на канал, рекомендовать друзьям и заходите в телеграм-канал. Ссылочки будут в описании под видео. Еще по поводу телеграм-канала. Там периодически проходят опросы, какие игры я буду снимать, и вы за них голосуете. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, и там у нас будет с вами общение по поводу выхода новых игр. На что по поводу этой статуи? Я все собрал анимокулы. И мы ее до максимума прокачали. Это очень круто. Это очень классно. Все, ваши старания были оценены. Это раз. К Пайман пошлите. Чудеса света. Останки режущих бурь. Достигните вершины башни в логове ужаса бури. Сделали. Юноша готовится к долгому путешествию. Но это задание ежедневки. Я их прошел. Пусть ветер хранит тебя. Повысьте статую семи архонтов в Манштате до максимального уровня. Сделали. Гавань камней и контрактов. Доведите 40 фей до их садов в Лиюе, не включая разлом. Сделали. Есть еще что-то? Есть. Бессмертный обитель. Стандартный чертеж. Лучше 180 чертежей декора. Сделали. Значит, мы здесь все подсобрали. Отлично и замечательно. Пойдемте молиться. Пойдемте молиться. Тем более, есть чем теперь. X20. Угу. Ну, погнали. Будем надеяться, что нам повезет. Я пятерочку эту получу. Кстати, она мне очень понравилась. А вот Тарталья меня очень сильно разочаровала. Очень сильно. Но пока что совсем все печально. Так. Есть! Да! 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 Йоу! Ху-ху! Есть пятерка! Класс! Еще Лайла. Она... А я не знаю, есть ли у меня Лайла. Ни хрена ж себе. Призыв так призывчик. Ну и что, если это уже на следующий раз? Это я уже на следующий раз оставляю. А здесь у нас через сколько? Через 27 дней. Ну хорошо. 27 дней, так 27 дней. А по стандартам у нас призывом 4. Замечательно. Новое. Две новых. Яо Мико. Гудзи Великого Храма на руками, а также главный редактор издательского дома Яэ. За прекрасной внешностью скрывается неожиданный ум и хитрость. И Лайла. Студентка, которая изучает теоретическую астрологию в Даршане Ртахава. Хист нередко ходит во сне и страдает от хронического недосыпания. Но эта Лайла мне не очень понравилась. А Тарталья меня вообще очень сильно разочаровал. Вот честно сказать, очень сильно. Очень круто. Очень круто. Я вообще очень рад тому, что произошло. Мы вытащили пятерочку. Ну а теперь погнали по заданиям мира. Ну и ближайшее задание мира — это вот это, отслеживать. Пойдем туда, посмотрим, что оно из себя представляет. Это все, что у меня отмечено. Стоп, здесь что-то можно забрать. Не говорите, что вот туда, на самую высоту лезть. Так, сюда я забраться не могу.
Но мне кажется, или нет? Так, ладно, погнали. Угу, здесь ничего нету. Боже-то. А, это цветочек собрать. А я-то подумал, что-то интересное. Ладно, полетели тогда. Полетели, полетели, полетели. Ух ты! Мясо. Иди сюда. Их ты. Нет, такое я не прощу. Такое непростительно вообще. Он на меня напал, еще и убежал. Поджопник мне дал. Да хрен тебе. Я тебя не отпущу. Значит, вот это можно убирать. Отметку. Куда-то я не туда пошел. Угу. Сейчас мы с тобой поговорим. Болван Бен. Бенни. О, гость. Наконец-то у нас появился гость. Что ты имеешь в виду? В такой глухомане к нам почти никто не заходит. Такие дела. Вы ведь не боитесь, что у нас грабят или убивают? Ха-ха, шучу я, шучу. Только хозяину не говорите, а то он решит, что я опять отпугиваю клиентов. Расскажи мне о себе. О себе? Ну, когда ты слыл хулиганом, любил поблагорить, а другой раз и подраться. Потом увидел я мистера Джо. Сразу понял, что у него денег куры не клюют. Вот и пошел к нему заработать. Маленько и время скоротать. Ну, я и представить не мог, что здесь будет так мало работы. Шли дни, я стал замечать, что весь былой задор куда-то пропал. Теперь мне только хочется жениться и где-нибудь осесть. Не знаю, это на меня так возраст подействовал или серые будни. Ты мне что-то интересное еще расскажешь? Ну ладно, пока. Давай, удачи дороги. А нам к тебе надо, мистер Джу. Вот бы поблагодарить, попробовать это еще раз. Так вкусно. О чем ты говоришь? Привет, путешественник. Когда я был молод, я любил пробовать изысканные деликатесы со всех концов континента. После моих кулинарных приключений я вернулся в Лиёэ и открыл ресторан «Изумрудный клён». Здесь я надеюсь создать блюда, которые радовали меня в юности. Есть одно блюдо, но я даже не помню его название. Как же мне воссоздать его вкус? Понятно. Я помню, что это блюдо сладкое. И ароматное. От одного вида у меня уже текли слюнки. Более того, я помню, что это блюдо очень питательное. Я помню только некоторые ингредиенты. Мясо птицы и сахарок, цветок. Если получится приготовить такое блюдо, я буду крайне признателен. Путешественник, я верю в тебя. Так, подождите. Незабываемый вкус.
И смотрите, нам дадут рецепт требуха Чжун Юань. Принесите блюдо из курицы мистеру Чжу. Владелец ресторана «Изумрудный клен» вспоминает о былых деликатесах. Помогите вернуть ему вкус. Ты вернулся? Получилось приготовить то самое блюдо? Да. Отлично, давай посмотрим. А стоп. Нет. Тогда я не знаю, подождите. Блюдо из курицы мистеру Джу. А у меня что, блюдо из курицы нету? Серьезно? Да ты все. Подождите, а есть еще какое-то у нас блюдо из курицы? Ну, давайте не будем так, с десяточек. Блюдо из курицы выбрать, отдать. Ага, да, это то. Спасибо тебе, путешественник. Это награда за твои труды. Ну не такое уж, прям задание сложное оказалось. Вообще не сложное. И рецепт новый мы получили. Давайте его осмотрим. Куриный тофу. Манштадт, грибная пицца. Сейчас найду и вернусь. Вот она что. Требуха Юань. Уменьшает потребление выносливости с 7 членами отряда. Угу. Совместно. И что это? Шашлычки из не очень приятных ингредиентов. Куски мяса и рыбы настолько мелко порублены и так щедро приправлены ароматными специями, что сложно сказать, из чего эти блюда приготовлены. На местном языке название блюда звучит весьма двусмысленно. Но мы, кстати, можем его быстро... Ага, 15 раз? Нет, спасибо. Оно, в принципе, мне не сильно нужно. Именно уменьшает. Ну, может быть, в дальнейшем мы это и сделаем. Окей, следующая наша вот эта цель. Отслеживать. Больше нигде, по-моему, я ничего такого не видел. И только в самом Ли Юэ. Но если где-то будет, мы обязательно к этому подойдем и вернемся. Ох, что делать, что делать? Надо идти туда. А это кто? Мы с тобой не разговаривали. Мисс Джи. О, привет. Тебе чего надо? Ах, нет, я ведь на работе. Простите, пожалуйста, что я могу для вас сделать? А ты о чем-то задумалась? Это я так, отвлеклась немного. Не стоит беспокоиться. Сказать по правде, я пошла на эту работу по особой причине. Есть у меня мечта о случайной романтической встрече, чтобы совсем как в книгах. Простую служанку внезапно похищает дерзкий красивый разбойник. Йорики и Бишу, они клянутся друг другу вечной любви. Эх, то ли дело здесь, то ли дела здесь идут плохо, то ли просто не везет. Кажется, со мной в таком случиться не суждено. Ай, может бросить это все и выйти за одного из старых знакомых, детишек завести, все такое. Больше я так ждать не могу. Совсем ку-ку. Ладно, пока-пока. Пока-пока. А мы пошли дальше. У каждого есть свои дела. А я, наверное, здесь не перейду. Угу. Нет, надо здесь идти.
Да ёлки-палки. Особого выбора нету. Надо вдоль берега идти. Может, места подзаработаем сейчас? А что там впереди? А может, и сундучок найдем? Так, что-то я здесь могу собрать. Ага. Стоп. Он мне показывает, что я что-то могу собрать. Ну что? И где? Ладно, пофигу. Бежим к назначенной цели. Это уже более интересный вариант. Метку удаляем. Ох, ё-моё. Ну, придётся драться, а что делать? А где с него лут? Кстати, Кэю надо выстрелить. Иди сюда. Ушел. В смысле? Ах ты, зараза! Так. Что ж этот нам интересно расскажет? Нам нужно, я уже вижу, что нам нужно это разблокировать. Вермеер. Проклятие! Как же я теперь буду рисовать? В чем дело? Путешественник, это ты? Привет! Я искал вдохновение у пруда Лухуа. Собирался написать несколько картин, чтобы забрать их домой. Но я так и не смог подобрать подходящий ракурс. Все мои попытки вышли неудачными. Я был так увлечен поиском места, что заметил пропажу кисти и красок только когда пришел сюда. Должно быть, я ставил их там, где писал предыдущие картины. Поможешь мне их найти? А где ты писал предыдущие картины? Честно говоря, я не помню. Я был настолько поглощен художественным процессом, что не замечал ничего вокруг. Но я успел написать лишь две картины, поэтому кисти и краски могут быть только в тех двух местах. Возьмите картины. Уверен, что мои принадлежности найдутся в одном из мест, в которых я писал эти пейзажи. Пожалуйста, принеси их мне. Я буду где-то здесь. Продолжу искать подходящий ракурс. Нам нужно найти картины. По картинам место. А вторая картина. Интересно. Пи.
пейзаж Лухуа. По словам Вермеера, он остался кисти краски в том месте, откуда открывался хороший вид. Если вы сравните обе его картины, вы сможете найти это место. Ну что, друзья, пойдемте к озеру. Я так понимаю, если пейзаж Лухуа, значит и озеро Лухуа будет. Пойдемте к озеру. Вопрос, где он это место нашел? Угу. Значит, нам надо в другую сторону идти. Блин, еще раз переносимся. Вот туда нам надо идти. Побежали, значит, туда. Так, по картинам посмотреть еще раз. Столик, пейзаж. А это у нас... Нет. И что здесь? Не знаю. О, не этот пейзаж. Мы пришли. Наверняка это то место, с которого писали картину. Угу. Одно место мы нашли с вами. Мы нашли. Это та, чтобы та самая кисточка, которую ищет художник. Окей, одно место мы нашли. А теперь что-то живописное должно быть. Смотрим. Уже были это цветная картинка. Нет. Стоп. Смотрим, значит, где-то здесь должно быть. Угу. Прям рядышком. Мы пришли. Наверняка это то место, с которого писали картину. Угу. Пойман, я с тобой абсолютно согласен. А вот оно. Ты не упади, друг. Вот мы еще один предмет мы нашли. Ну, теперь можно, в принципе, к нему отправляться. Погнали. Не вовремя вы мне пишете. Не вовремя. Так, побежали, побежали, побежали. Но я думаю, это не все задание. Кстати сказать. Ну-ка. Сейчас мы кое-что интересное сделаем, друзья. Где статуя? Всякое бывает. Пишу людям, записываю видео, мне всякую ерунду отвечают. В общем, всякое бывает. Мне нужно резонироваться с Гео. Так, отлично. Теперь переносимся обратно.
Да-да, туда, но я хочу сундучок получить заслуженный. И я, кстати, об этом не знал. А что здесь у меня? Созвездие. Активировать. Охренеть. Кстати, я еще все это могу качнуть. Ну, не могу. Но вот это могу. Денег нету, зашибись. Полетели, полетели. Короче, я чуть-чуть накосячил. Во, это уже другое дело. О, вообще красота. Звездочный универсальный герой. Просто красота. А там есть чего? Лягушка. Но я так привык, что он ветер. Хренаж себе. Тоже неплохо. А это я сделал? Хм, прикольно. Но все-таки ветер надо вернуть. Чего-чего здесь? Крабика. Здесь крабики водятся. Прямо вот так вот. А почему-то он не ускоряется тут. Окей, пойдемте к художнику, к нашему. Эх, где-то что-то я проморгал. Вермию. Ты уже нашел мои кисти и краски? Да. Как я и думал, я ставил их в одном из мест, где писал картины. У меня есть дурная привычка разбрасывать инструменты во время работы. Я всегда забываю их собрать, когда тороплюсь. Спасибо тебе. Если бы не твоя помощь, мне пришлось бы возвращаться в город за новыми кисточками и красками. Ты собираешься продолжить рисовать здесь? Даже не упоминаю об этом. Я слышал, что глаза этих статуй излучает свет, который видно на большом расстоянии. Огромные статуи с горящими глазами у подножия горы. Это будет восхитительная картина. Но когда добрался до этого места, я действительно обнаружил эти статуи. Однако их глаза совсем не сияли. Я решил, что просто пришел в неподходящее время или подобрал неудачный ракурс. Именно поэтому я сменил место. Но где бы я ни останавливался, пейзаж оставался все тем же. Единственную ценность, которую я извлек из этого предприятия, я обнаружил на дне пруда. Я понятия не имею, что это такое, но чем дольше на него смотрю, тем больше он напоминает мне глаз. Но если это действительно глаз, то где-то поблизости должен быть еще один такой же камень. Насколько мне известно, у людей два глаза. Эх, но это лишь мои досужие домыслы. Не обращай внимания. Мне этот камушек все равно ни к чему. Забери его себе. Считай, что это награда за помощь. Статуя с горящими глазами.
Интересно, какие еще секреты скрывают пруд Лухуа? Странный камень. Сферический камень с выгравленным на нем текстом. Каменный дом укрывает деревянную хижину. Похоже, что его куда-то нужно вставить. А у нас задание-то не закончилось. Вы вернули кисти краски Вермееру, а взамен получили странный камень. Кто знает, какие тайны он раскрывает. И он сказал, на дне это озеро. Подождите, а я что же теперь могу это сделать? Пшеница в воде растет. Неужели еще раз надо? Беда. Давайте еще раз, дубль 2. Может, я что-то не так сделал? Да ничего, все так. Где ж мне этот камень найти? Находится где-то в этой области. Тут я уже был. Еще один странный камень. Блин, да где ж ты можешь быть? Ага, нашли. Не, мне срочно нужно вернуть то, что было. Хотя, давайте, ладно, не буду я возмущаться, а попробуем тем, что есть, играть. Привыкать к новому, почему бы нет? Не всегда новое это плохо. Ой, что это? Камень.
Побежали. Значит, камень мы нашли. Эй, а где ты? Не понял. А нет, там я вроде все прошел. Все пообыграл. Иди сюда. Что-то пошло не так. Глаза у статуи не загораются. Возможно, я неправильно подбираю ракурс. Нет, этого не может быть. Глаза? Какие глаза? В этой статуе нет никаких глаз. Раскройте тайну пруда. Цель находится где-то в этой области. Угу. Нам нужно туда. Да ты не пропустишь? Нет? Ну почему? Так, повыше никак мне сейчас не забраться. Постоянно вечно что-то мешает. О, перепрыгнули, уже хорошо. Идемте к статуе. Таинственная статуя. В голове есть дырка. Похоже, туда можно что-то вставить. И как это хоть выглядит? Ух ты! Угу, я понял, как это делать, перепрыгивать. Блин, прикольное задание. Я сейчас упаду, я сейчас упаду. Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Кушаем. Ни хрена ж себе. Отдать. Эти камни — глаза двух статуй. Они загораются, только если вставить их в голову статуи. Похоже, я наконец-то смогу написать что-то достойное. Спасибо тебе. Осталось только найти подходящий ракурс. Бай-бай. Так, с тобой мы распрощались. Серьезно? Вот в том-то и дело. Все, погнали отсюда обратно. Мне нужно обратно вернуть своего же персонажа. Так. Лед нужен, вода нужна и мой персонаж основной. Тока. Мне нужен не сюда, мне нужно резонировать обратно с Анемо. Статуей. Эх.
Я так и знал, я так и знал. Так, стой, уйти. Замечательно. Угу. Значит, мы сейчас выберем Мону. Вместо Бен. Да, вместо нее. Ну, погнали. Нам надо это сделать. Нам надо их победить и забрать заслуженную награду. За одну минуту. Обалдеть. Побежали. Мы все сделали, все. Все нашли. Осталось только победить. Да, я жду хороших. Ну, знаете, вообще здесь награды от сундуков, все остальное не особо такие интересные. Больше интересны награды классных за прохождение тех заданий в целом. Здесь еще есть какая-то тайна. Опачки. Опачки. Хочу я не хочу, но отряд. Без Нель никуда. Вот хочу я этого или нет. Ну ладно, Нелька, давай. Где самый паршивый? Вот это. Так, минус один. Блин! Успевай. Ну-ка. Испытание выполнено. А награда за испытание? Никакого? Обыщите руины. Вверху ничего. Ты не охренел? Сундук. Угу, я увидел, что там очень крутой сундук. Ну ладно, в принципе, три сундука это очень даже прикольно, очень классно. Так. Пятьдесят. Ни хрена ж себе. Все, мы выполнили задание. Круто. Так, и теперь нам... А куда мы еще? Может, еще какое-то одно маленькое задание выполнить? Они все остались уже в самом Лиюэ. Ну, значит, переносимся в Лиюэ.
Ну и что, давайте третье задание. За третье возьмемся. Задание мира. А там, может быть, через серию уже... за возвышение 4-го ранга, и мы эту тему закроем раз и навсегда. Ну вот давайте к нему побежим. Ся и. Эх, как же, я давно не был в деревне Тинце Лю. Папа, так по мне скучает. С тобой все в порядке? А, это ты, путешественник. Спасибо, я в норме, просто скучаю по своей дочурке. Мы договорились, что после этой смены я возьму пару выходных и приведу их вместе с ней в деревне Тинце. Но в Ли Юэ что-то стряслось, и всех миллилитров не только вызвали из отпусков, но еще и отменили их тем, кто оставался на службе. Теперь мне приходится все время быть на посту. Об отпуске не может быть и речи. Мне нужно искать замену, чтобы даже пойти попить воды. Я подарков купил, целый мешок икрушек. И что мне теперь делать? Придумал. Прошу, передай эти игрушки моей дочурке, малышке Лю. Она живет в деревне Цинце. Староста деревни Жо Синь подскажет, где именно ее найти. Хорошо, я помогу тебе. Я бесконечно тебе благодарен. Погнали. Стоп. Воля камня. Поговорите с бабулей Жо Синь. Солдат миллилитров Ця И хочет отправить подарок своей дочери. Малышке Лю, но не может вернуться в родную деревню Цинце. Ему нужна помощь. Отслеживает цель. Тут у меня... Сколько. Кстати, вот это можно удалить. И вот... ну вот, оставим две пока. Погнали. Вот она, бабуля. Бабуль, я с тобой сейчас поговорю, но подожди. Я знаю, у тебя есть здесь лутик. Что такое? А, сесть я не хочу. Вот тут подсобрать. Очень даже было бы неплохо. Это мне все пригодится для прокачки. Есть еще где что подсобирать? Вроде бы больше ничего не вижу. Ладно. Ой, куда это она убежала? Насчет малышки Лю? Так вы ищете малышку Лю. Ох, если бы в другое время пришли. Я ее сама обыскалась. Несколько дней назад ей от отца из нее и пришло письмо, где говорилось, что он скоро приедет. Малышка Лю так обрадовалась. Все говорила, что нужно приготовить папе подарок. И подбивала других деток пойти за цветами да ягодами. А позже пришло еще одно. Отца вызывают на службу, и приехать он не сможет. Она закатила истерику, уговоры даже слушать не стала. Уперлась, мол, если папа не приедет к ней, тогда она сама приедет к папе. Но мы-то думали, что она шутит, а этим утром ее охватились. Все, кто мог, уже отправились ее искать. Если вы хотите, можете присоединиться. Как вы думаете, куда она могла пойти? Далеко она уйти не могла.
Она точно где-нибудь поблизости, но места тут ремучие есть, опасные. Скорее идите ее искать. Это все, конечно, хорошо, но я что-то здесь вижу. Вот я вижу, что где-то что-то есть, но где? Не это же мне надо было собрать, не перчик. Ага, сундук здесь есть, охренеть. Ну я вообще на кое-что другое рассчитывал, ну да ладно. Так, возвращаемся. Сюда. Ни хрена себе она убежала. Вот тебе и малышка. Придется ее выручать опять. Иди сюда. А что, лута никакого? Очень жаль. Кстати, очень жаль. И еще у нас вот оно что есть. Ага, здесь нельзя разместить. Давайте выйдем, а то я опять про это забуду. Вот число. Максимум. Я знаю, что это не будет. Тысяч мора дали. Ну, может быть, оно того и стоило. Погнали. Исследовать. Пойма, думаю, что эти ягоды могла сорвать она. А я думаю, что нам надо вот сюда идти. Раз, но блин, мне нужен огненный. Стойте, во-первых, я сейчас отряд сменю, и я еще точку нашел. Угу. Нет, Кэй, ты оставайся, я Мону сейчас заменю. Беннет, пошли туда. Мы сейчас сюда вернемся. По этой тропинке, но здесь что-то есть. Здесь однозначно что-то есть. Thank you.
или я уже здесь все активировал, что скорее всего. Ох, ни хрена себе. Знаете, ради такого стоило сюда. А, здесь я уже зачитывал. Все, пошли вон. Кого ты бьешь? Куда ты бьешь? Да, полуночный нефрит. Ради него стоило сюда заглянуть. Вот реально. Ради только него стоило сюда заглянуть. А теперь пойдемте искать малышку нашу. А то мы что ты так тут... Блин, совсем другими делами. Чересчур долго. Занимаемся. Ягодки. Никогда не откажусь от них. Как много следов. Это нехорошо. Иди сюда. Мне первых от раздачи сейчас попадешь. А лута никакого. Иди сюда. Маленьких девочек нападать. Вы пришли, чтобы поймать меня в эту деревню Цинце. Бабуля уже сильно беспокоится о тебе. Я никуда не пойду. Возвращайтесь в деревню и скажите всем, что я пошла в лес за папой. Я его найду, поговорю с ним немного, потом вернусь. Пускай они там не переживают. Эй, погоди. Алышка убежала, догони, чтобы с ним ничего не случилось. Подожди ты. Ну, сейчас на нее опять нападут. Молодец. Я ее догнал. Ну, малышка. Брысь отсюда. Гоните малышку в состоянии. Что это? Ух ты! Иди сюда. Thank you.
Мне очень неудобно, что камера вот так вот туда-сюда ходит. Фух. Вы чего за мной ходите? Я же сказала, что иду в Лию. Чудовищ, я обойду осторожненько, и они меня не увидят. Не надо со мной, как с ребенком, я уже взрослая. Это тебе от папы. От папы? Это он попросил вас принести. Точно какие детские игрушки. Невоздушные змеи. Там кукла. Тебе что, не нравится? Нравится. Как же мне могут папины подарки не понравиться? Но если всегда буду любить игрушки, значит, я никогда не вырасту. Если я все буду играть, то когда я стану искать свои приключения, я получу собственный глаз Бога. А зачем тебе глаз Бога? С глазом Богом можно только всего сделать, денег, например, заработать или еще чего-нибудь. Тогда папе не пришлось постоянно быть на службе в Лиёе. Он повернулся бабу со мной. Вот видишь, мне без глаза Бога даже до Лиёе не дойти. Но раз папа просил вас принести мне подарки, я лучше к нему не пойду, и то у него еще неприятности будут. Я ведь тоже приготовила подарок, хотела сделать сюрприз, но принести его папе я не могу, если бы кто-нибудь мог передать. Ладно, и ходить со мной не надо, дорогу обратно я знаю. Возвращаемся обратно к папе. А, нет. Это мне интересно, это сейчас мы кому? Вообще сейчас с кем надо поговорить? А здесь что за точка? Я понял. Так, давайте мы с малышкой поговорим сначала. Что это за приколы? Кукла, воздушный змей, мельник.
Лисичка. Я знала, что папе мне опять их подарит. Жаль, что я приготовил подарки, а папа их не получит. Давай их мне, я отнесу их папе. Ты правда мне поможешь? С чудовищем ты справился без глаза Бога. Давай так и сделаем. Спасибо тебе. И охота мне стать такой же сильной, как ты. Станешь. Вырастешь и станешь. А теперь мы полноправно можем к папе. Вот что я искал. Для этого мне надо кое-что другое выставить. Тебя. Ну и замечательно. А теперь погнали к папе. Скажем, что все хорошо. Может, он не переживает. Сменили. Ты уже передал подарки малышке Лю. Это тебе от малышки Лю. Она передала это мне. Сколько здесь всего? Она должна быть так старалась. Я с всем сердцем хочу взять и вернуть в деревню Ц-Ц. Но департамент по делам граждан. Спасибо вам еще раз. Примите это знак моей благодарности. Эх, я не знаю, когда все кончится. Департамент по делам граждан даст мне уйти в отпуск. Ну и классно. А что, нам еду какую-то дали? Сельская услада. Угу. Хорошо, может быть, когда-нибудь и пригодится. Ну а что? У нас сегодня супер классная серия получилась. Я 5 получил. Того героя, которого хотел. Я очень рад. Ура, ура, ура. Эммануэльку можешь сейчас качнуть. Ну или почти качнуть. Я с вами прощаюсь на сегодня. До новых встреч. Не грустите, не болейте. Всем пока-пока.